Игнат Кузьмич, вы когда-нибудь слышали об агентах промышленного шпионажа? Пошли. Неужто у нас завелся? Завелся. Кто? Ситников. Улики есть? Еще какие. Он брал чертежи в архиве нашего нового агрегата У-2 и сказал, что агрегат устаревший. А на самом деле? И на самом деле устаревший, но ему-то какое дело? А потом говорит, неизвестно, чем занимается у нас отдел рассогласования. А в самом деле чем? Да господи, но ему-то зачем это знать, если мы сами толком не знаем? Почему ты считаешь, что он промышленный агент? Да, конечно, агент. Якобы хочет на наш завод перенести передовой опыт. А ты знаешь, чьи задания этот агент выполнял? Чьи? Мои, Штукачев. Как? И ты знаешь, какое ему будет следующее задание? Какое? Выявить у нас дураков. Нет, нет, нет. Не выявит Игнат Кузьмич. Ни почем не выявит. Это почему же? Ни в какую не выявит. Да почему? Да потому что дураков у нас нет. Это Черниговский комвольно-суконный комбинат. Солидное предприятие. Оно выпускает хорошие ткани, которые пользуются у покупателей неизменным спросом. Вот хожу 2 месяца и никак не могу подыскать себе любимую ткань. А раз тканей не хватает, то надо увеличить их выпуск. И комбинат решил произвести модернизацию. Заменить вот эти устаревшие предельные машины на самые современные, скоростные, высокопроизводительные. И тогда встал вопрос, какому конструкторскому бюро их заказать? Конечно, нам. Машины, созданные коллективом СКБТМ, успешно работают на предприятиях всей нашей страны. Творческие успехи коллективов инженерно-технических работников, конструкторов Костровского СКБТМ известны. И поверили на комбинате этим словам заместителя главного инженера бюро товарища Козлова. И заказали машины. Вскоре конструкторы закончили чертежи и передали их соседям, Костромскому заводу «Текстильмаш». Здесь машины изготовили и, как положено, выдали паспорта, где говорилось, скорость от 6 до 13 тысяч оборотов, автоматика надежная, удобство в обслуживании наилучшие. Кто откажется от такой машины? И поехали они во все концы страны, чтобы прописаться согласно паспортным данным. Паспорт-то отличный. Но что касается самой машины... Недостатки костромского станка заключаются в том, что станок сам по себе очень высокий, неудобный. Неудобен он в обслуживании станка. При включении вентиляции создается большой сквозняк. Но о сквозняках, к сожалению, в паспорте ничего не пишется. Как, впрочем, и о других недостатках, о которых говорит главный механик комбината товарищ Попов. В результате эксплуатации машин выявлен ряд недостатков в узлах и механизмах. Такие узлы, как узлы автоматики, абсолютно не работают устойчиво. Узлы нитеразделителей, создающие большие потоки воздуха, пришлось снять и выбросить. Вон их, гора целая. Так как эти нитеразделители вызывают простудные заболевания работниц. Из-за простудных заболеваний работницы отказываются работать на данных машинах. Но, может быть, потоки воздуха всего лишь издержки высокой скорости машин? Скорость работы машин значительно ниже паспортной. В результате 50 машин пришлось возвратить обратно заводу, а оставшиеся 11 машин работают производительностью на 30% ниже, чем оборудование, то, которое мы должны были выбросить.
Эту справку дал главный инженер комбината товарищ Костыра. Вот так новые машины. И вот заместитель начальника главка Министерства легкой промышленности, товарищ Елисеев, подводит горькие итоги. Потери составили 4900 тонн пряжи в год на сумму 32 миллиона рублей. Заводу возвращены 82 предельные машины из-за низкого качества изготовления. Выпуск Костромским заводом таких машин поставил в очень трудное положение шерстяную промышленность системы Минлекпром СССР. И поехали бракованные машины из различных комбинатов обратно в Кострому на завод-изготовитель. О низком качестве этих машин писали газеты «Правда» и «Социалистическая индустрия». А теперь узнаем у заместителя главного инженера завода, товарища Волкова, что же предпринимает завод-изготовитель. Завод, конечно, думает. В основном заводу сейчас необходим портфель заказов, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Мы не знаем, что будет завтра, но сегодня ваш завод поминают недобрым словом на многих текстильных комбинатах. Буквально на всех, куда мы поставляем свои машины. Ковер, самолет. Еще проект, а уже летает. Такими ковриками план не выполнить. Так. О! Придумал! Тяжелый. Вот и хорошо, что тяжелый. План-то у нас в тон.